немного флинт. Пикнул нормально. Лови, братец. Найс, хорош. Странная максимальная катка. Что? Какой? Братик, а что за фигня? Пацаны, как мы это делаем просто с диглами? Всем квакаё, братва! Пацаны, вам отдельный привет, как всегда. Приветик. Всем добряшеньки. Пацаны, сегодня я, как всегда, придумал, вы сами знаете, гениальную киберспортивную тему видосика. Сегодня у нас проверка, что если мы выиграем... Блин, конечно, это будет нереально с дигла выиграть в клановых битвах катку, потому что у нас звание платина, там одни глобалы играют. Ну ладно, мы рискнем. Всем кланам будем играть с диглами, поэтому, пацаны, готовьтесь к максимальному киберспорту. Если мы выиграем, я уверен, нам что-то должно выпасть после катки, отвечаю. Надеюсь, что-то близко к неймлес коллекции. Ваши ставочки, на что нам рассчитывать? Я думаю, новый секретный дигл выпадет сразу, просто как пасхалка. Я думаю, выпадет М40 грипп. Ну, ладно. Ну, это мне хотя бы. Осуждаем такие выпадения. Ладно, полетели в катку, братва. Это просто легендарно будет, если мы выиграем, надеемся. Что такое возможность с новой механикой дигла выиграть, потому что она очень нестабильная. Погнали. Понял. Алембуа, мужики, полетела первая каточка. Закупаем дигл, не забываем в честь такого. Так, а у всех дигл, подожди, проверочка. Не знаю, я с Авиком играю, мне пофиг. Нет, давай в другой параллельной вселенной. Но в стендофе нашем надо дигл убрать, понимаешь, чтобы жестко заутать. Что-то, кроме ММРчика. Первый он там пошел. Найс! А где ты их находишь? Подожди, у меня вообще никого нет. Так, а это актеры, они сами собой договариваются, чек. Бомбана. Все это фул А. Почему я постоянно каждый видос не... О. Противника. Все, есть, нашел одного. А вы заметили при стрельбе, как будто дигл немного другим стал? Как будто его снова опять пофиксили или изменили, фиг поймешь. Я заметил, как будто всю игру изменили, пока меня не было. С 2019 года. Да. Че, пацаны, эта каточка как... Сколько ноль? Предсказывайте. Сколько ноль, я думаю, 12-0. В нашу пользу или нет? Походу, не в нашу. На лайке один... А, хотя он уже в нашу пользу, если мы один раунд выигрывали. Так, Дяня, они... На А не видел я никого. Это Б. Это фото, блин. Чё за фигня? Опять они постоянно не ходят туда, где я. Они как будто стрим-снайпят от меня, или что это такое? Они бы... О, что, нашел одного? Что? У них чего сидят, прячутся? Они в прятки играют. Они в прятки играют, там просто по углам пацаны расселись. Это адекватно? Мы на глобалах практически играем. Тут реально так играют, что ли? Пацаны по углам сидят, прячутся. Ты видишь, они по всей карте распрятались. Что за фигня? 1-4 ты заезжаешь. Понятно. Не, пацаны, их нельзя пушить, это просто... Это просто пацаны зашли в не в стендов, а в прятки онлайн какие-то. Смотрите их пинги, они походу с Китая или не знаю. Вот этот особенно пират. Забейте, короче. Просто будем играть по их тактике лютой, потому что с дигла их пушите, когда они прячутся, такое себе, мне кажется. Хорошему игроку что? Правильно, плохие девайсы мешают. Поэтому я вам принес хороший. Даже больше, чем просто хороший. Вот, смотрите, Poco X5 Pro. Этот смартфон с крутой начинкой, крутым дизайном и современными функциями. Внутри здесь мощный процессор Snapdragon 778G и вместительный аккумулятор на 5000 мАч. Тянет на уровень Pro. Заряжается он быстро, турбозарядка 67 Вт. Экран же Full HD+, AMOLED 120 Гц. Да еще и с технологией гибкого дисплея. Это значит, что экран загнут внутри, благодаря чему рамки дисплея и сам смартфон становятся тоньше. А еще есть шим Dimming 1920 Гц, помогает снизить мерцание. Полезная фича для людей с чувствительными глазами. Да и дизайн у него радует глаз. Ну и в конце концов, камера 108 мегапикселей с поддержкой 4К. Можно будет снимать свой контент. Стоимость его во время промо-периода с 13 февраля до 12 марта будет стоить 25 990 и 28 990 за версии 6 плюс 128 и 8 плюс 256. Купить этот чудо-девайс уровня Pro вы можете в Ситилинке. Также вы найдете там кучу всего по приятным ценам. Приставки, аксессуары, телеки и другое. Ссылочки я оставил в описании. Пода бомба, походу. Не, я лучше не рискну проверять, где они стоят в этот раз. Мне хватило пряток уже. Ну, чё? Рик, ты где нашел кого? Научился играть. Он в доме прыгал. Оп. Пода нашел кого-то. У меня такое ощущение, как будто я слышу их где-то вдалеке, но на самом деле никого не вижу. Чё за фигня? У меня уже от их стиля игры какие-то этот галлюцинации. А, да? Туда. Ну, вдруг они прячутся. Мусорка. До, Это что? Это что? Это фиг?
пипец какой-то. Они сидят по звукам, просто прячутся всю игру, что не так с ними. Я не понимаю, как можно против таких людей играть, когда они просто всю игру сидят и в спине у тебя и прячутся. Так, они пода бегут. Это жесть. Понял. Это полная жесть, пацаны. Я хочу 10-0 их. 10-1 после такого их. Давай, ты обязан заклачить, чтобы... Короче, я не знаю, это просто гобелина полная. Я не понимаю, что мне делать. Я думаю, надо тащить. Они у вас все пода или они стянутся? Нет, они походу стянутся, не знаю, я к тебе пошел. Принимаю их. Блин, какая-то вообще странная максимальная катка. Я так еще давно не играл, чтобы мы просто 2 минуты ждали, пока противник выйдет на нас. Так, слышу. Лови, братик. Найс. Нифига красиво улетел. Последним, по-моему, лол хп. А где он был? Ну, он был... Подобежит. Скажешь, когда он в пунту будет, я покажу ему. Он плунту, плунту, плунту. Фирменная хаешка. Попал, наверное. Не-е-е, она до плунта долетела. ГГ полная. Он на лонг, бежит. На лонг. Давай, я чекаю его. О, он вышел с лонга. Понял, опасно. Можешь дефать, я прикрываю. Давай. А, он понял, просто повезло. Отомстил. Братанчику, что, как говорится, Дигл не залетел с первого раза, Дигл стал плохим. Поэтому, блин, когда-нибудь, надеюсь, вас вернут тем легендарным оружием, которое оно было. А пока что это просто отмена полная. Что с Диглом сделали, я просто не узнаю его. Я так на нем давно не играл, что я просто не узнаю Дигл. Помощь нужна кому-то? У меня есть. Да, мне помогите! Так, еще один. Братишки, по одному! Чего я в прыжке? Как я попал в прыжке, если я... Только я по нему попал, если я был вообще не тут. Офигенная хрешка. Вроде сработало, если он тут в углу стоял бы. Тобой, с Диглом надо как с М40 обращаться. Просто на бегу в прыжке там... А, да? Окей, проверяем. Прыжок. Где он? Спина! А, внизу спина! Что? Спина, внизу. Чекай в прыжке. А, смотри. Понял. Ладно, без прыжка. Вот так. Наверняка, чтобы было, надо... А, моего добили, понял. Сверху. Что? Где? Ты понял? Откуда пуля прилетела, я не понял. Я тоже не понял. Ема. Смока? Что это? Зато красиво. Что это было? Это было, понял? Зажим, чтобы потом в конце легендарный килл сделать вантапом. Наложил в штаны, пока прыгает, потом ты его добил, да? Чтобы обиднее было. Ну это красиво было, согласись. Просто зажимаешь, как этот, как нуб полный, а потом просто вантапом красиво в конце. Это понял? Трайм, притворился нубом перед киллом. Абонент, понимаю, абонентом, но вот абонементом, по-моему, тебя еще не называли. Не, слышь. А мы выигрываем еще, забей, изи катка. Пада, есть один. Есть? Блин, да как? Тупо Дигл, я же забыл, что надо зажимать. Хелпу, у меня все. Да нет, он заранее зажимает. Надо было тоже заранее с Диглом зажимать. На меду есть. И пода. Надо, короче, пацаны Б держать, потому что мы стоим по одному на пуэнтах. Я один сейчас стоял, они вышли. Поэтому надо вместе как-то стоять в пуэнтах, иначе это габалина полная. Диглы только вместе сильные, а по одному они полная фигня. И чё ж ты молчал все это время? Держал при себе тактику могучую. Ай, размен хаешками произошел. О, у нас пацанчик решил слиться просто, даже нам ничего не сказав. Вроде по факту мог бы предупредить. Бабана, в ковра. Понял. Блин, очень опасно пикать. Ладно, пикну. Флинту уже! Блин. Много флинту. Пикнул нормально! Еще один. Еще один. Все, там только трое осталось. Пацаны, я всех... Дал флешку. Я всех убрал. Жди. Ваша катка, мужики. Нифига тут юсмов валяется, чекайте. Вапсах, лоу хп вапсах, чел. А, давай напишу. Выходите. Идите по одному. На честный бой, как говорится. Здорово придумал, кстати. А, он бессмертен, понял? Хорош, лук, давай. Один хит ему. Ладно, просто дефай вот так. Ну, не докинул смерти много. А, да, как это работает? А что с дендофом? Почему я кидаю как надо смок, а он не просто сам по себе играет без моего ведома? Что за тактика со смоком такая специальная, что ли? Типа, чтобы он начал смок нашивать и тебя не заметил, понял? Бомба слева, но я постреляю вправо. Что, пацаны, делаем? Есть тактики за Т-сторону с Диглом? Просто вылетаем с пулеметом. Так я только за Т тащу, кстати. О, стоп, какой тебе счет? 2-8, понял. Понял, уже все слились, понял вас. Пошел, эйсик, пошел, вроде. Давай, я тебя разменяю. Блин, 7 хп, ребят, эйс отменяется. Понял, им везет полностью. Я пойду в спину сейчас убью. Живи, я спину. Подождите. Они двое на планту, двое на планту. Мне кажется, спину, как всегда, сейчас будут обходить кто-то. Что? Нифига, один патрон осталось. Близко. Найс. Хорош! Один патрон. Так, бомба. А, он тут. Да, я слышал. Я пошел, квен просто заберу. Алло.
спину. Оп, хорошенько пошло. Отлично. Главное, чтобы он спину не обошел. Это я точно такого не жду. Ты спину чекаешь. Жду. Прыгай и стреляй. Близко. Что? Какой? Братик, а что за фигня? Я не понял, как он без звуков оказался тут. Я не знаю. Бомбу забыли что-то. Давайте, если мы сможем, я в сфере. Это изюкаточка должна быть. Понял. Пацаны, стягиваемся, наверное. Ой, о, найс! Лучше все, идем. Один бэ, кстати, нам. Пацаны, все, изя, пацаны, как мы это делаем просто с диглами? Я не понимаю. Я держу его, держу его. Я тоже держу. Мы всей толпой держим его чисто диглами. Я слышу, как он зажимает просто там и не понимает, как... Он идет на КТ обоин. О, что? Ау. Вот за такое так обычно делаем. Не прощаем. 2 КД чисто с дигла, имба. Такое я приветствую. Что, пацаны, у нас шансы есть на победу легендарную в клановой битве? Я думаю, имеются. Большие даже. Найс. А, не обошли лонг. Найс, Рик, законтрили. Все, бежим. Лонг, на, лонг, а, бежим. Лонг. Бежим на, пацаны, всей толпой. А там вроде просто есть, пацаны. А что? Да, блин, есть. Два на, один Б. Так, я контролирую. Надеюсь. Ну, я мышку поправлял, забей. Найс! Ой-ой-ой. Да ну нафиг. Брат, скажи, что ты размят за тягло. Ну это его раунд, он знает, что один на А, то есть надо идти на БС, очевидно. Капец. Опасно. Так опасно, реально. Вроде бы не ты играешь, а, блин, у сердца бьется у тебя, чтобы раунд братик затащил наш. Это будет имба, если мы с диглами реально выиграем эту катку. Не, ну в клановых битвах намного сложнее играть, потому что тут как бы на наших званиях все глобалы практически играют. Ой-ой-ой, гениальный пуэнт, просто братик подумал, что он под домик себе запуэнтил. Дигл. Они только заметили, что мы с диглами играем. Дигл. Я подтверждаю информацию, чтобы они тоже одумались и взяли дигл, наверное. А, все. Они не одумались. А, запушили. Они не одумались, забей. Найс, законтрил. На нашей базе. Чекаю. Зачекал. Найс, идем на А, пацаны. Найс! Как мы это делаем? Мы чё на... Я не понимаю. Там пацаны жестоко просто потеют, со всеми пушками пытаются нас пушить. Но наши дигуи это просто неостановимая вещь. Что скажете? Ну, это факт. Да, что тут сказать? А лучше и не скажешь. Так, у меня бомба, я, наверное, под А пойду. Давай. Найс, хорошо сходил. А, это не ты. Это я скатил, алло! Один пушит Б аккуратно, если что, я спину этот его закрою смоком. Все, и выходим А. Наверху! В смоке, а ты 63. А все, улетайте на Б, наверное. Я ему закинул хаешечку. А бомба! А, все, плунту. Найс, нифига, что я ставлю. Все, чисто. Забей, как же я ставлю, нереально. Я даже не понимаю, это я ставлю или просто... У меня скилл уже с диглас повысился за эту катку. Минус 48. Аккуратно, не слейте, может опасно быть, если он убьет всех. Прячься, вы вдвоем открыли, зачем? Все, его убили. О! Изи. Красавчик! Капец, мы просто на такой уверенности выходим, что и просто, я не понимаю. Они думают, что типа мы с диглами, мы должны их бояться, потому что у них весь дроп. Но мы на уверенности, за счет уверенности просто так тащим. Вы понимаете, насколько это жесть? Так, ты куда идем? Давайте, куда видим, пока идем туда, где противника заберем. Продолжение. Ладно. Продолжение узнаем потом. То есть, как обычно, правильно? Да. Как под Б сидит. Флешку кидаю на Б. Хорошая. Смок кидаю на Б. Офигенный. Нифига ты смог, да? Это ванвей, забей. Это новый раскид от обоина. Весь раскид плента в одного человека. Ой, найс! Смог М-ку выбить. Ой-ой-ой, хорош. Тут еще чел. Надо его не... Найс, не простили. Тёмка попал тоже. Найс, а как я убежал от хаешки, она не убежалась. Пацаны, это легендарно просто. Давайте последний раунд, это... пожалуйста. Вот. Да! Пацаны! Как мы это выиграли? Я честно думал, изначально, как половину катки, когда мы играли, я думал, мы сольем, потому что очевидно было, что там какие-то жесткие пацаны. Мы, походу, за полкатки размяли дигу. А ну-ка, смотрим, что да, нам дают. Да, было потно. Плюс 5 имба. Смотрим, что нам дают после каточки. Пожалуйста, стендов, выдай нам за такую легендарную катку хоть что-то, потому что мы очень жестко, я не знаю как, но мы выиграли. Выдай дигу. Да. Дигу, статрек Ягуза или какой-то не вышедший, чисто пасхалку дигла. А ну-ка, проверяем, пожалуйста. Стендов. Ты обязан. Ничего не выдала. А.
Ох! Бокс, бокс! А, это не мне. За хорошую игру плюс 40 выдало зато. Ну, кстати, фигня полная! Я думал, за такую победу нам что-то реально годное выдадут. Ну ладно. В принципе, братва, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем до следующего видосика. Всем пока!